Здравствуйте, мои дорогие. Что изменилось между двумя партнерами за время разлуки? Какая-то разлука была долгая или не очень, но, в общем, что-то изменилось. Загадайте сейчас два имени, это вас и вашего партнера. Ну, либо человека, о котором вы хотите узнать, да? То есть это отношения двух людей, будем смотреть. Загадали? Так, ну и я начинаю. Будем задавать некоторые вопросы, и это все будет очень четко, да, то есть не буду вот просто так, да, выкладывать, а четко карта на вопрос, и будем рассматривать каждую карту дальше более подробно. Так, что изменилось между нами, так называется сегодняшний расклад. Давайте посмотрим сейчас его энергетику. Его, это он, это вы. Его энергетика, мужчина. Это женщина. Так. Вот так и будем смотреть. Дальше. Что он понял, что осознал за время того, то, что вы не виделись, не общались? Что он понял? Что осознал? Так. Посмотрим, что вы поняли, что осознали. Давайте вот так смотреть. Так. Посмотрим планы на будущее у него. Планы на будущее у него. Конечно, это все в разрезе отношений между двумя людьми. Планы на будущее. Планы на будущее ваши. Давайте так смотрите. Все-таки, чтобы я потом не запуталась в вопросах. Так, посмотрим его чувства к вам. Ваши чувства к нему. Вот так досконально будем разбирать. Так, посмотрим, какая мысль о вас не дает ему покоя. Это та, которая будет отличаться, ведь правда? Так, хочет ли он что-то изменить? Что-то изменить в этой ситуации, в которой он находится? Хочет ли что-то изменить? И что, да, посмотрим, хотите ли вы что-то изменить? Так, вот так. Так, и что? Ну и совет, ну, в конце концов, будем смотреть, совет здесь положим, погнали. Итак, боже, хоть бы не запутаться, давайте смотреть. Так, мужчину смотрю, в каких энергиях он? Победитель? Что-то он победил, мои дорогие. Сейчас у него состояние, когда то, что он хотел, выполняется. Например, он в энергии хотел зарабатывать. Вот вы, скорее всего, вот это все, что будет здесь, да, это все в разрезе, естественно, только ваших отношений. То есть свершилась какая-то победа. Это не просто победа на работе, которая вас вообще не касается. Это что-то, что касается ваших отношений. Где-то что-то, как подул ветер перемен, и он понял, что он на коне. Случилось что-то очень интересное. Будем смотреть, посмотрим, что там могло произойти. Несколько карт выложу. Что за энергия победителя такие? Боролся за что-то. Боролся, ну, естественно, просто вслепую действовал. И получилось, видите как? И прям душа радуется. Какой я молодец, победитель. Энергия победителя. Так, вам будет оповещать об этом. Он не сможет это сдержать, не сможет это не рассказать. Так, хорошо, поехали дальше. Следующий вопрос, ваша энергетика. Ваша энергетика здесь, немножко прикрою карту, сори. Так, ваша энергетика здесь, вообще крупная очень карта вышла, это карта мира. Вы целостны. Это, знаете, как вы будто бы вернули сама себе себя, вот. И вам, по сути, то есть вы как полноценная личность чувствуете себя. Если это касательно отношений, и вы вдруг разошлись, то можете себе представить, у вас вышла карта мира. То есть вы без этого человека, вам говорят, чувствуете себя как целостная личность. Если вы смотрите на человека, который рядышком с вами, но какие-то нелады, то вы все равно, вы сейчас целостная личность. Вот, поэтому просто тут можно вот по этой карте, по этому значению для себя сейчас понять, осознать. Так, стоп. Вот сейчас, да, вот я чувствую себя более-менее целостно, либо вообще целостная личность. Может быть, что-то в этом есть. Что же там в этом есть, да? Нужен ли мне этот человек и так далее? Кто-то подумал. Но это такое. Так, дальше. Дальше.
Что он осознал, что понял? О боже, пятерка мечей. Что он осознал, дорогие мои? Он осознал, что то, что делалось в ваших отношениях, да, либо то, что сейчас, это больше похоже на проигрыш. Вот именно проигрыш, смотрите, победа, да, это он сейчас тут так чувствует, но то, что было, это был проигрыш. То есть тут общая картина, которая видится ему в отношениях, да, то есть есть мелкая, выиграл мелкий бой и проиграл, получается, войну, или наоборот, сейчас будем смотреть, что он осознал-то. Выиграл бой и проиграл войну, или же проиграл бой и выиграл войну. Посмотрим, что это за пятерочка, десятка. Говорит, для него сейчас важно материальное. Это более справедливо. Это более справедливо, более комфортно и более уютно для меня, сказал он. Ну, во-первых, он будет с вами связываться и что-то рассказывать о своей победе. Какая победа? Тогда может быть спокойствие и солнце. Эта победа и вам понравится. Мы будем копаться. Вы знаете, какая я дотошная. Эта победа вам понравится. Нет уж, вам не понравится эта победа его. Это выиграл бой и проиграл войну. Вот так. Хорошо, но это он так осознал. Мы это будем дальше смотреть и советы посмотрим, и все. А что вы осознали? Вот что вы осознали? Что вам, в принципе, вот как-то кто-то уже и не ждет его. Вот так. Кто-то уже и не ждет его. Как-то осознали, что есть какая-то скука. Хорошо. Вы осознали, что как-то странно и скучно. Что вы осознали по поводу отношений? Что вы хотите любви? И что, если эти отношения не дают в этой отдушине того результата, который вы хотите, то вы готовы к новой любви. Вы готовы к новым отношениям. Это так хочет ваша душа. Вот так. Вы устали, будто бы вот сидеть вот в этой позе. Я не знаю, как она называется, когда колени обхватаны руками и сидите и ждете что-то, отказываясь от всего. Вот что вы осознали. Хорошо. Следующий вопрос. Какие планы на будущее у него? Какие планы на будущее у него? Планы на будущее. Сохранить то, что он имеет. То, что он имеет в материальном плане, он хочет сохранить. Хорошо. Планы на будущее. Сохранить то, что он имеет сейчас. Так как он не имеет сейчас вас рядышком с собой, то, что он хочет сохранить, это он находится при нем. Если вы при нем, он вас держит сейчас за руку, значит, он хочет сохранить вас. Вот. Тогда непонятно, зачем вы смотрите, потому что тут что изменилось между вами во время разлуки. Так. То есть то, что рядышком с ним, он хочет сохранить. Как можно прочнее держится за это. Трон императора хочу сохранить, говорит он. Идет воровство и вранье какое-то здесь, дорогие мои. Воровство времени, вранье, когда придет, или вранье как об уходе каком-то, понимаешь? Так, дальше. Какие планы на будущее у вас? Звезда, карта звезды. У вас так планы. Мои дорогие, кто-то в разлуке так много осознал, что вы такая крутая женщина. Посмотрите, планы на будущее — реализовать свою мечту. Если у вас мечта создать прочные, красивые отношения, не просто с мужчиной, а создать семью, например, да, или как вы там хотите, вы этого всей душой желаете, и высшие силы сейчас поддерживают вас в этом и говорят, что если в этих отношениях ноль,
значит, нужно делать следующий шаг. Вот вы, на, это та женщина, которая настроена на это. Так, следующий вопрос, что у нас там было по чувствам, да, его чувства. Его чувства к вам. О, ну чувства тут есть, мои дорогие. Здесь рыцарь кубков, что еще лучше на чувства? Ну, бывают разные кубковые карты. Очень хорошая кубковая карта чувства. На чувства. Готов, в принципе, действовать ради чувств. Насколько серьезно по рыцарю? Готов на поступки. Милые, приятные, классные поступки рыцаря, мужчины. Вот. Но где тут больше, не знаю пока что. Но чувства есть. Чувства есть. Тут мы же не спросили про действия. Мы спросили про чувства. Сердце хочет любви. Он готов за ним идти. Ваши чувства к нему. Опа. Тут трансформация. Ваши чувства умерли. Могут родиться, а могут нет. Либо они будут претерпевать трансформацию. Что-то будет отходить. Как-то будут они меняться. Они будут совершенно другие. Не такие, как были раньше к нему. Проследите за собой в это время. Это будет конкретное изменение. Просто трансформационный момент. Так, эта карта, которая отличается от вашего вопроса, она называется «Какая мысль о вас не дает ему покоя?» Что возле вас мужчина, который любит, лелеет, охраняет ваши границы и не дает вас никому в обиду. Мысль о том, что вы единственная женщина, которая влюбили его и которая задела его очень-очень сильно за сердце. Это единственная женщина, которую он действительно любил. Даже если ему 100 лет, и у него было много женщин, каким-то образом мужчина осознал, что вы та единственная, которая, знаете, вот можете дать ему то, что он хочет в любви. Интересно, пойдет он за сердцем или за тем, что пока на данный момент осознал? Да, скажите вы, но мы-то на сегодняшний момент, что изменилось между партнерами на сегодняшний день? Так, хорошо. Хочет ли что-то поменять? Вау, какой интересный вопрос. О боже, смотрите, паж, как интересно. Хочет ли что-то поменять? Замечательно. Здесь пажик, да? То есть он хочет, но не может. Он хочет менять, но не может. Так, немножко залетела. Хочет, но не может. Какой смешной ответ. Да, понимаю. Но есть какие-то первые шаги. Знаете, ну это такое, как ребенок. Вот у него нет полномочий. Многое что решать. Например, хочу поменять, сказал ребенок, место проживания. Но не спросил у родителей. Понимаете, вот о чем. Либо, это я не то, что примеры про него, я просто говорю, ну вот такая энергетика от этой карты сейчас идет. Это классная карта, ничего не скажешь. Но на вопрос, хочет ли что-то поменять? Да, хочет. Но полномочий к изменениям у него нет. У него есть люди, которые, ну, скажут, как менять. Но это не он, к сожалению. Хотите, что-что? Хотите ли вы что-то поменять? Вы знаете, вы хотите эти отношения? Нет, вы не хотите в этих отношениях что-то менять. Вы хотите эти отношения оставить как что-то прекрасное. И, может быть, вы сейчас не в этих энергиях, а может, вы сейчас на этом этапе, дорогая моя. Но тут женщина, которая хочет оставить это как прекрасное воспоминание. Вот. Прекрасное воспоминание. То есть лучше, чтобы вы хорошее что-то, да, вспоминали, говорите вы. Так, совет. Совет вам пока что, ну, ничего не делать. Четверочка мечей, она не предполагает каких-либо агрессивных действий, ничего. Отдыхайте, говорят вам. Поедьте на море, сделайте медитацию, вам просто необходим конкретный отдых. И причем так, что когда вы ни о чем не думаете, но готовы к... Посмотрите, меч лежит, да? Готовы тут же встать и пойти, да? Но сейчас отключайте мозг, отключайте мышцы, полежите немножко. Вот. Совет. Посмотрите за собой, за своим состоянием, за своим состоянием здоровья. Вот, как-то так. Больше в себя. Больше в себя. Что? Что еще? Ему давайте совет дадим. Ему совет. Ему совет. И вам совет. Отдельно посмотрим. Ему совет. Вам совет. Ему нужно как-то, знаете, как-то немножко переходить на другое что-то. Какой-то новый опыт брать на себя. Вам совет. Развиваться в своем... Боже, развиваться в своем направлении. Вот эти вот слова, сколько? 4 их там, да, вместе с союзом. По-моему, это очень часто звучит на этом канале.
То, что женщина, когда, допустим, расстается с мужчиной и просто, ну, она развивает себя, да, она не думает о нем каждый день, каждый час, она именно идет в своем направлении и дает возможности вот этим всем восьми всходам разрастись буйным садом. Вот. И это вы. Вам совет такой: продолжайте, развивайте себя как хотите, да, как женщину, как личность, просто отдыхайте, то есть это вы летите. А вот ему там еще какие-то опыты надо проходить. Пускай проходит. Что ж, вот вы, жезловая королева. Вы королева. Пока здесь два пажа. А вот вы единственная, которая разбудили в нем короля. Все, мои дорогие. Давайте бонусный вопрос. Бонусный вопрос. Я разделю на два. Тот, кто конкретно ждет только этого мужчину. Ждать или нет? И тот, кто готов к новым отношениям, будут ли новые отношения? Давайте так. Для первого варианта сюда. Для второго варианта сюда. Это я буду делать так, потому что это не относится. Итак, кто ждет конкретно этого человека? Так, вам совет. Императрица идет. Смотрите, либо тут есть какая-то дама, вам совет как бы иметь счеты с тем, что у него есть какая-то главная женщина. Если нет главной женщины, такой главной женщиной вот нужно стать для него, получается. Давайте рассмотрим, что тогда с этим мужчиной, если вы захотите, дождетесь через одиночество, дождетесь через очень много времени, вы-то дождетесь. Ну, вы, может, не дождетесь того, чего хотите, а вот, но вы дождетесь, например, совместного проживания. Дождетесь ли вместе быть император? Так, дождаться можно, но тут, смотрите, через вот то, что я сказала, да, через, допустим, не все сразу, но вы можете дождаться этого человека для себя. Сдержит ли слово? Хотите, посмотрю. Рыцарь мечевой. Ну, да. Да, сдержит. Вот по поводу слова он сдержит. Но тут длительный процесс. Для тех, кто ждет, пожалуйста. Для тех, кто не ждет, будет ли новая любовь. Кто такой страшный, господи? Почему боязнь? Знаете как, это вот все осознала, все так классно, классно, классно. Но вот это на стадии трансформации, когда меняются чувства к этому человеку, да, например, и женщина немножко пугается, по-моему, выйти в мир, показать себя. Будет ли новая любовь? Угу. Семейные заботы могут быть, какие-то вопросы с бизнесом, с финансами. Это немножко блокирует. Хорошо, куча забот. Хорошо. Это вам сейчас говорят, что это то, что, ну, казалось бы, отвлекает, да, от того, чтобы вот реально был человек в жизни. Ну, значит, вы много на себя, может, берете. Если нет, то тогда пенять нечего. Надо разгребать здесь, да, и вы понимаете, что там, ну, важнее. Нет. Значит, так. А так просто, как бы, наверное, отношения не появляются, когда, ну, не знаю, с неба мужчины не падают, женщины вроде как тоже. Хотя, кто его знает. Так, что здесь еще скажут нам? Ну, видите, как не все сразу и здесь. Семья. Вы как-то, знаете, нацелены сразу на человека, который, ну вот, или все, или ничего. Где-то классно. Может быть, и хорошо, что вы вот так вот прям фильтр поставили. У вас конкретный фильтр, очень жесткий, мелкий фильтр, через который пройдет именно самое такое чистое золото. Правильно это или нет? Вы можете не всех, конечно, ну как, просеять. Правильно это или нет? Вы знаете, может быть и правильно. Возможно, это ваша тактика такая. Но тут сразу отношениями не светит. Но вы готовы. Вы ведь готовы, вы ведь этот вариант выбрали. Тоже интересно, правда, дорогие мои? Совет здесь и здесь. Совет. Будь пожестче. Ну, опять же, тут же женщина выходит. Совет. Так.
тебе нужна полная чаша. В этих отношениях, может быть, и пожестче будет, да? То есть мужчине скажи, насколько жестче ты можешь свои какие-то правила установить. Но ты заявляешь, что тебе нужна полное отношение, полная чаша. Не для того, чтобы ты страдала, для того, чтобы ты наслаждалась. Давайте я посмотрю сюда. Сюда и все. Одну минуту. Так, сюда. Здесь говорят о шансе, который вам может светить. Хороший шанс. Маг. Ого, тут такая личность идет к вам. Шанс. Дальше. Тут на каким-то образом совет. Точка. На манипуляции совет. Воспользоваться шансом. Магия и точка какая-то идет. Видите как? Так. Здесь показывают то, что за вас будут бороться еще мужчины. А вам необходимо тут какие-то вопросы, может быть, порешать, потому что вы от них, если не... Вот что-то вас такое, знаете, как ограничивает от того, чтобы вот прям общаться с кем-то. Почему? Ну, опять же, тут такой психологический момент может быть. Вы могли бы там разделиться на две части. Одна часть там встречается с мужчинами, а вторая решает какие-то вопросы. Но тут вот как-то вас одна всего лишь. Вам необходимо вот этот комфорт обрести для душевной сначала. Конечно, можно это, наверное, было бы обрести в состоянии, в котором вы находитесь, да, когда много забот каких-то, много проблем, но получится это с удовольствием. Тогда, конечно же, есть. Просто вот понять, какая цель у вас сейчас, либо порешать проблему личного какого-то пространства своего, вот, либо конкретно цель там найти мужчину. Просто так появится ли, если вы не будете искать? Вопрос такой жесткий, знаете как. За вами кто-то, во-первых, смотрит. Есть какой-то мужчина, который за вами наблюдает. Нет, ну тут больше как бы движение должно быть ваше. Вам необходим такой воин. Не слабак, вот точно, не слабак. Здесь мужчина, я не вижу, чтобы он таким воином был. И за вас боролся, и вообще. Вот. Здесь выбирает женщина воина. Конкретного. Поэтому смотрите, решайте, мои дорогие. Вот. Это скорее для девочек расклад. Но я знаю, что у меня мужчины такие умнички, такие крутые, которые могут перевернуть как-то все позиции и посмотреть на себя. Это замечательно. Благодарю вас, мои дорогие. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за поддержку финансовую. Я всех чувствую, каждого вижу. И хочу, чтобы Вселенная в разы больше вам давала подарками, даже чем вы можете вот представить себе. Пускай так и будет. До новых встреч. Подписывайся, чтобы получать новые видео и чтобы сбывалось то, что ты увидела здесь или в других видео. Всего доброго. Пока-пока.